скажу, Рашевский заслужил сегодня этот балл результативный. Он сегодня, мы вот отмечали его активность. Он действительно, ну, очень активен. Шипачев бросит, ну, правильно, а что еще идет? Еще бросок, и еще один гол! Вот надо же, вроде бы Шипачев выходит. Ну, такая совершенно неочевидная позиция. Ну, что делать? Деваться некуда, бросает. Ну, и Галиев. Шайба отлетает на Галиева. Прямо сейчас для ярославцев просто два несчастных случая. Ужасные последствия для Локомотива. Два. Сколько таких? И прямо вот хуже не придумаешь для Локомотива. Ну а динамовцы молодцы.